Всем привет, с вами снова Ябок Фалк. И сегодня я смотрю поединок 12 августа. А я наблюдаю за Висенте Луке и Рафаэлем Дос Анисом. Сейчас мы уже здесь 55-45 позов Дос Аниса. И я вам надеюсь, что это единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердите, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании, а мы начинаем нашу трансляцию. Оппоненты. Висенте Тихий убийца Луке. 31 бой, 21 победа, 1 с нокаутом, 8 приемом, 9 положений и 1 ничья. И Рафаэл Дос Анис. 46 боев, 32 победы, 5 нокаутом, 1 с приемом и 14 положений. Рефери Ив Вавиль, первый раунд, погнали. Роу-кик, Дос Анис отвечает. Неплохо. Попадает в руке. Дос Анис промахивается. Айрон Хэнд. Роу-кик. Неплохо. Точен Дос Анис. В руке отвечает. Попытка тейкдауна от Дос Аниса. И она оказывается удачной. Расмен. И попытка гильотины от руке. Посмотрим, чем это закончится. Делать пока что Дос Анис. И мы увидим контрприём от Рафаэла. И удается обоим освободиться. И поднимаются больше в стойку. Лоу-кик. Хай-кик. Берут больше паузу. Мидл-кик. Хай-кик. Хай-кик от руки. Мимо. Попадает Дос Анис. В руке промахивается. Расмен. Хай-кик. Попытка тейкдауна. И она оказывается удачной. Атакует Рафаэл. Руке терпит. Не дает пока что он выгонит по брюку плюму оппоненту. И по брюку плюму уже от самого Висенте. Тяжело приходится Дос Анису. Усиливает свое давление Висенте. Вот и все. Бой окончен. Атакует Луке.
нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пьет на самом деле. Победу плюнул Фелзвалга, одерживает Висента, Тихий убился в луке. Статистика поединка. В луке попал 17 ударов из 43, Висента 18 из 38. Пассивный удар 8 из 24 Висента, 6 из 17 ВФЛ. В луке 3 ударов не поводил, у Висента были успешны 2 попытки из 2. Контроль минута 7 секунд. Висенте, 41 секунда в АФЛ. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.